Просмотр новостей и историй. В данном видео речь пойдет о разделе «Подписки», с помощью которого вы сможете просматривать новости и истории брендов. Мои подписки. Чтобы ознакомиться с новостями каналов, на которые вы подписаны, листайте ленту вниз, где информация будет располагаться от новой к опубликованной ранее. В верхней части экрана вы можете увидеть истории, опубликованные от имени их создателя. Кликнув на фотографию пользователя, вы просмотрите созданные им истории. Во вкладке «Мой город» вы можете просматривать новости и истории, опубликованные в федеральном канале. Канал доступен абсолютно каждому пользователю приложения. И в канале основателей. Он доступен вам, если вы являетесь основателем команды. Новостные каналы можно просматривать по следующим категориям: образование, материал и инструмент. Нажмите на бренд, чьи новости вы хотите просмотреть. Выберите интересующий вас канал. Если у канала есть значок закрытого замка, значит этот канал закрытый, и просматривать его новости вы сможете только в том случае, если создатель канала одобрит вашу подписку. Если канал имеет значок оранжевого флажка, значит этот канал выдает сертификаты. Если вы проходили обучение в данной школе, подпишитесь на канал выдачи сертификатов. Ваша заявка будет рассмотрена, и если вы действительно проходили там обучение, в вашем профиле появится электронный сертификат этой школы.